Сочи Игорь Петров был 30 лет назад и удивился преобразившемуся городу. А вот в Крым ездит каждый год, поэтому столько крымских пейзажей. Художник удивительно тонко передает всю красоту Тавриды, ее удивительную гармонию и одухотворенность. Мне все нравится. Крым настолько разнообразен, настолько великолепен. Вот, то есть там есть все. Даром говорили часто, что Крым действительно как бы вселенная в миниатюре. Там есть степи, есть горы, чудное море, там даже есть пресноводные озера. Несмотря на каникулы, в художественный музей пришло много школьников. Все они с интересом рассматривали представленную живопись. Они теплые, нежные, очень красиво написаны, раскрывается вся красота Крыма. В Сочи питерский художник Игорь Петров привез картины, написанные в разные годы. Но все полотна колористически насыщены, выразительны, изящно и чувственно отображают Причерноморье. В них все мироощущение автора, его жизненная философия и эстетические пристрастия. В художественном музее выставка будет работать до 1 июля. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.